мезонин. Я только что встретил потрясающую девушку. О, да? Стой! Дэвид, мы кого-то сбили. О, боже. Нам нужно уехать прямо сейчас. Мы должны позвать на помощь. Она мертва. Дэвид! Такое могло произойти с каждым. Но это произошло со мной. Произошло с нами. Знаешь, какой срок тебе дадут за это? Разве ты хочешь в тюрьму? Он работает журналистом. Узнай, что ему известно. В городе орудует маньяк, и это его очередное идеально спланированное убийство. Полиция считает, что это не случайная смерть. У них ни машины, ни свидетелей. Пока нет. Я где-то видела тебя. Ты знала ее? Она была моей сестрой. Мне нужны ответы. Будь предельно осторожен. Не дай загнать нас в ловушку. Думаю, я знаю, как поймать убийцу. Мне кажется, она нас раскрыла. Почему ты не сказал мне, что давно с ней знаком? Ты следишь за мной? Мы встречались? Ванесса, это мой сосед. Роберт! Во что вы меня втянули? Что ты скрываешь? Что вы скрываете? Ты решил подставить меня? Ты сошел с ума, Роберт. Ты не случайно оказался в той машине. Дэвид, ничего не бывает. Случайно. Она с самого начала подстроила все это, чтобы убить нас. Идеальное убийство.